Утро. Я просыпаюсь. Смотрю, Хас лежит. Все, в таком каком-то коматозе. Я же пошел, взял градусник, быстренько дал, меряет. 38,5. Ого. Ангіна, дуже жорстко. Ну, в мене таке враження було, що мені хтось серцяної кислоти залив глотку і сказав: чувак, а тепер співай. Набор справжнього артиста. Зараз йдемо робити капельнички. Мені допомогли мої хлопці. Вони біля мене ходили, напевно, більше, ніж мама моя біля мене ходить, коли я хворію. Остается уже трое участников, они такие: о, о, неужели опять? Гурт-версия! Мы уже забыли реально, как это. Просто эти ощущения. Зашкаливание эмоций, которое было у нас, на предела и не было. На следующий день мы проснулись с ребятами с осознанием того, что нас поверили. Парни, а как оружие? Моя сестра Надя дуже любить цю пісню. Я думаю, що від кого, а від моєї сестри за них смс-ка прийде. Пісня о настоящей мужской дружбе. Никакие жизненные ситуации и неурядицы не могут разрушить чего-то настоящего. Им чужда эта вся эстетика. Они воспитаны совершенно в другом материале. Они как братья уже. Они чувствуют друг друга уже даже без слов. Понимают, кому плохо, кому чай принести. Работает! Ты снимаешь, Даник? Снимай! Снимай! Если кто-то переживает, что ты идиот, носок не надел и можешь простудиться. И это не потому, что ты не выйдешь спеть на эфире, а потому, что тебе ампутируют ногу, а дальше с этим жить. Но это приятно. Друзья проверяются делом и временем. Я считаю, что вот эти вот двое, которые слева от меня сидят, делом и временем проверились уже дома. И поэтому мы ждали эту песню, мы хотели эту песню, и мы споем эту песню. Вот. Гурт «Диверсия». Да. Куч, ну що з тобою? Нічого. Та що, їй-богу, як малі діти. Слава. Говорят, що некрасиво, некрасиво, некрасиво отбивать девчонок у друзей своих. Да, но ведь она с Алёшкой несчастлива, несчастлива, а судьба связала крепко нас троих. Как же быть, как быть, запретить себе её любить? Не могу я это сделать, не могу. Лучше мне уйти, но без грустных, нежных глаз ее мне не будет в жизни доброго пути. Часто быть тебе с ней рядом и не сметь сказать о главном, этого не пожелаешь и врагу. Пусть ответит нет при встрече, чтобы стало сердцу легче. Я так жить, поверь мне, больше не могу. Как же быть, как быть, запретить себе ее любить? Не могу я это сделать, не могу. Лучше мне уйти, но без
без грустных нежных глаз ее мне не будет в жизни доброго пути. Говорят, что некрасиво, некрасиво, некрасиво отбивать девчонок у друзей своих. Как же быть, как быть, запретить себе ее любить? Не могу я это сделать, не могу. Лучше мне уйти, но без грустных нежных глаз ее мне не будет в жизни доброго пути. Мне не будет в жизни доброго пути. Будет. Коллектив «Диверсія» на сцені шоу «Х-фактор». Буває любовний трикутник, а у вас цілий квадрат. Але я вам бажаю ніколи в житті не потрапляти в таку пригоду, адже немає для дружби більшого випробування. Нехай все це лишиться тут на сцені, де ми просто насолодилися вашим виступом і уявили, як могло бути. Серега, в тебе в житті, напевно, була така ситуація. Тож, про перевірку на міць чоловічої дружби ти можеш сказати на щиток. Та не було в мене в житті такої ситуації. Я так понимаю, что вы посвятили эту песню девушке Алексея Смирнова. Но зачем? Зачем? Пока вы думаете, как быть, быть или не быть, Алексей Смирнов спокойно с ней встречается, и они прекрасно себя чувствуют. По поводу того, как было спето, я, наверное, не буду ничего говорить, потому что у Иры Дубцовой и так давление прыгает. А вот, ну, в общем, крики, возгласы, там, молодцы в зале. Понимаю, что у вас очень много родственников в группе поддержки, больше, чем у остальных участников, наверное. Но мне кажется, что спета была не лучшим образом. Спасибо. Дякую. Дякую. Спасибо. Сергею, что вы скажете? Да, еще раз убеждаюсь, как далеко ушло то время, и оно совершенно невозвратно. Вы хоть, друзья, слушали оригинал? Еще бы. Эту вещь исполняла группа, ансамбль, тогда не называли группы, «Виа веселые ребята», лучший вокально-инструментальный ансамбль Советского Союза. Ну, один из лучших еще были песняры. Вот на этом уровне это было. И в этой вещи солировал певец Леонид Бергер, который через какое-то время уехал в Австралию и до сих пор там живет. Потом приезжал сюда в 89-м году по приглашению Аллы Пугачевой. И вот он пел «Алешкину любовь». Но там же все по-другому, друзья. Там напевность, там душа, там кантилена. А у вас что? Это что за самоиграйка? Это кто вас так научил? Инна Олейник, педагог. Ира Дубцова. Да это же никуда не годилось совершенно. Да еще и слова они четко где-то проглатывали. И фраза там «Лучше мне уйти, но без нежных глаз твоих мне не будет доброго пути». Но мы не можем спевать один одному твоих. Каких-то ее, и получается не в рифму, и получается как-то вообще странно. Ну, нет, это все такая вот самодеятельность. А то было сделано на высочайшем уровне. «Веселые ребята» были группой мирового класса. Они объездили полмира, и их принимали везде очень высоко и очень здорово. Дякую, дякую. Ігорю, ти якої думки? Я думки такої, що, ну, по-перше, я не згоден, що найкращим в ВІА Радянського Союзу були «Веселі ребята». Запам'ятайте, найкращим в ВІА Радянського Союзу була група «Асоль» в селищі Каланча Херсонської області. І я всі пісні співав, я в цій групі співав дві пісні. Потім мене звільнили. Тоді ви можете заспокоїтись. Навсегда покинути рідну деревню. До Австралії я не доїхав, але я потім доїхав до Австралії. А мені здається, таке прочитання пісні може бути. Звичайно, вони слова змінили, тому що у них інша любов. Це була ретро-диверсія. Спасибі, що нагадали. От клянусь вам, в перерві прийде смс-ка від моєї сестри. Скаже, вау, я знову помолодшала. Ось, тому що сестра моя старша, ніж я, навіть. І я тут найбільший ретро, ну, по-моєму, найбільший ретро-брюзгани я. Клянусь. Дякую. Молодець, хлопці. Дякую, Іро. Спасибо большое, Ігор.
Зачем слово «три» было поменять? Так вот, по поводу веселых ребят. Даже был такой момент, когда мой папа играл в этом коллективе, он барабанщиком был, Сережа. Поэтому мы более чем с ребятами в материале. Еще очень хочется отметить, что ребята мои музыкально образованы, они имеют представление о том, какие прекрасные песни были в те времена, пелись. Более того, ребята знают эти песни. И эту песню мы выбрали. Помнят, с каким большим вкусом одевались в те времена? Да, это тоже, кстати, стиль. Так бы, конечно, бы не вышли в жизни. Стиль выдержан. Павел Слободкин одевал телевизионное... их просто как Сергей лордов. Васильевич, Сергей Васильевич, можно? Да. Спасибо. У нас телевизионное шоу, и это поставленный номер. Сейчас вы, если что-то критикуете, то работу режиссера-постановщика этого номера, но никак не нашу с ребятами. Мы провели серьезную работу, мы готовились, у нас выдержан стиль. У нас из сольной песни, что вы очень часто любите отмечать, Сергей Васильевич, мы вынуждены были сольную песню в очередной раз разложить на трио. Поэтому, может быть, не всегда где-то читали слова. Она не совсем была сольная. Там был солист, но играл ансамбль «Веселые ребята». У нас не было ансамбля. Мы сам себе ансамбль. И, в общем-то, я считаю, и зрители, вот сами, и наши вот многочисленные поклонники, которых у нас очень-очень много, за что огромное спасибо еще раз телезрителям, тем, кто голосует за нас, тем, кто создает сайты группы «Диверсия» в интернете, странички в социальных сетях и так далее. И таких страничек, я хочу сказать, гораздо больше, чем у всех участников остальных X-Factor'а вместе взятых. У «Диверсии» их больше. «Диверсия» молодцы. Браво. Лучшие мои. Браво. Спасибо. Шановні глядачі, забороняти собі любити цих привабливих і талановитих хлопців немає ніякої необхідності. Моя вам порада, навпаки, відпустіть свої почуття і не соромтеся їх вислухати.